Всем привет, с вами Прия. Начнем потихоньку говорить уже о 7.2.5, относительно скоро оно выйдет. Конкретно, скорее всего, это будет где-то середина июня. То есть остается уже где-то так 5-6 недель примерно. И как мы все прекрасно знаем, выйдет рейд гробница Саргераса, с которого лут будет еще выше. А суть-то в чем? То, что лут становится выше, следовательно, планка шмота поднимается аналогично. Планка легендарок повышается аналогично. Изначально легендарные вещи были 895. Потом, по-моему, когда вышел такой рейд, как Испытание Доблести, легендарочки апнули до 910. Потом, когда стартанул такой рейд, как Цитадель Ночи, легендарочки уже апались до 940 при выполнении задания, в котором нужно было принести 50 сущностей Амантула. Я очень долго размышлял о том, как будут повышаться легендарки к гробнице Саргераса. И мы как-то пришли к такому общему выводу, что в принципе да, они будут скорее всего повышаться аналогичным путем сбора каких-либо предметов. Я не прогадал. Вот перед собой вы видите квест Unsettled Power. Какая-то там мощь, короче. Unsettled. Интересное слово, я не шарю. Мой English не может понять это. Суть в том, что нам нужно собрать 50 эссенций для получения итема, который повысит наш легендарный предмет до 970 уровня предмета. Я прекрасно знаю то, что легендарок сейчас набралось уже у всех много, поэтому придется апать именно те легендарочки, которые вы используете постоянно. То есть, допустим, у меня, у воина защиты, это будут запястья, в дальнейшем перчатки, в дальнейшем поясок. Если же вы играете еще и в офспеке каком-либо, там, в виде дамагера или в виде хила, то, конечно, предстоит апнуть именно эти легендарочки. Какие-либо там сейфузы, аксессуары, там, поступи агромара, наплечники на воинов, которые там повышают ваш спринт или, допустим, не очень хороши на ваш класс, их можно апнуть самыми последними. Способ получения эссенций для получения вот этой колбы для повышения 970 уровня предмета, скорее всего, способ получения эссенций останется такой же. То, что это 15 эссенций с мифик плюс сундука еженедельно, с сундуков ежедневных, вот этих, ну, ларцов посланника, их правильно называют, там сколько, по 1-4 штучки падало. При совершении 10 побед еженедельных в 2 на 2 и 3 на 3 форматах PvP арен и при выигрыше 3 РБГ рейтинговых полей боя, там по 5 давали этих сущностей. Ну и с самого рейда, с самой гробницы Саргераса будет падать с абсолютно любой сложности. Но ЛФР, конечно, не сразу откроют. Там ближе, наверное, к августу откроется последний квартал с Кил'жиденом. А так, то есть первую недельку, конечно, надо крыть нормал с целью получения максимального количества эссенций для полегендарочки. Ай, сложно, сложно на самом деле все это дело, но в любом случае всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Побольше дропа этих эссенций, когда выйдет 7.2.5. До скорого!